С любовью и нежностью под таким названием для женщин Славянского района в городском доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный 8 марта. Принять участие в праздничном мероприятии были приглашены ветераны отрасли образования, культуры, здравоохранения, представительницы общественных организаций и предприятий, многодетные матери, главы и специалисты поселений. С праздником весны, красоты и нежности представительниц прекрасной половины Славянского района поздравил председатель районного совета Григорий Литовка. Я искренне от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. А в вашем лице всех женщин Славянского района, всех родных и близких, всех бабушек, всех мам, пожелать вам очень крепкого здоровья, огромного семейного счастья. Будьте всегда любимы и счастливы. С праздником вас! Слова поздравления и благодарности со сцены городского дома культуры в этот день звучали в адрес всех женщин Славянского района, прекрасных, добрых, отзывчивых, трудолюбивых. Спасибо, милые женщины, вам и вашим умелым и нежным рукам. Они золотые, как солнце всегда. Нам важных рук не забудь никогда. Пусть маме дославятся всюду дела. Всем женщинам честь и хвала. Для собравшихся в зале воспитанники детской школы искусств и лучшие творческие коллективы района подготовили праздничный концерт, подарив женщинам улыбки и весеннее настроение.